Ну вот, короче, сегодня пошли, 10 ноября, туман. Но мы решили сходить. Опять так же, как и вчера. Я взял двух мелких, пошел в одну сторону вправо, а сын после меня пошел влево. Ну вот, потом позвонил. Кобель нашел белку. И я принял решение прийти к нему и отстрелять его для них. Вот. Они, конечно, хороши. Вот, кобель сейчас прибавил. Дальше стал значительно уходить. Ну, я думаю, что жалко, конечно, белочку, но надо отстрелять, чтобы они уже понимали, для чего они в лесу. А эти, которые уже в зубах белок держали, мы их просто придержим. Ну, все, сейчас куда иду? Где-то 600. Сейчас поменьше, наверное, 600, но от меня больше 600 метров, когда он позвонит. Я вот иду по просеке, говорю, это они вот в лесу ходят, как бы. Сейчас опять вышли, я найду. Ну вот, от меня кобель находится сейчас вот 358 метров. Голос еле слышный в лесу. Хотя голос у него хороший, в лесу тишина, сыро. Ну вот. Нет, слышно, слышно. Не еле, а нормально слышно, где там был. Там еле слышно, 254. Вот я иду вот туда. 354 метра. Вот собаки рядом здесь. Голос я хорошо, отчетливо слышно. Они не подваливают, еще молодые. Вот. Другие бы уже, если бы были, давно подвалили. Больше 200 метров. Очень отчетливо слышно. Частота отдачи. Дай бог каждой собаке с такой частотой. Лось хорошо работает. Вот сколько он уже с белкой, не прерываясь, вот орёт и орёт, орёт и орёт. Очень хорошая частота отдачи. Это вот у него... Нет, нет, сейчас уже 174 метра. Вот туда. Вот, подходим. Они пока рядом бегают. Практически небольшие перемолочки. Ну, их и почти нет, скажем так. Это вот, вот так по белке меня кобель орёт. Ну и по куницу тоже, соответственно. Когда куницу встречает, такая же, так же орёт. Это вот, когда же при такой частоте отдачи, я уже точно знаю, уверен, что белка есть. Бывают у него неуверенные палайки. Но он по команде снимается тогда в этом случае. А если белка есть, как в этом случае, белку сын перевидел, вот, вот так вот азартно он лает. Ну, с другой стороны, азарт вот такой вот по белке, на мой взгляд, когда вот такой азарт, он играет и плохую роль. Он, если бы сидел на месте вот так, часто отдавал голос, а то он же... Около дерева просто крутится. То ли энергии столько у него много, то ли жадный. И бывает, что на ту сторону заходит дерево, где противоположное от белки. Она в это время снимается, переход делает. На другую переползает или перепрыгивает. И он бывает пропускает. Вот. Вот. Вязкости, конечно, не занимать. Поэтому зверьку... Он никогда не отойдет, пока не подойдет. Так же вот ее бабка была. Сын уходил домой за другой собакой. Ее оставлял, когда куница была. Приходила, она продолжала сидеть и орать. Лайт. Сейчас будут небольшие перемолочки у него будут. Это он меня будет слышать. И как бы на меня прослушивать. Вот она. Айка прибежит. Пойдем, пойдем, Майя. Пойдем. Пойдем. Айка прослушала меня. И пришла. А он так и не бросил. Так остался на месте. Знаете, что молодые. Молодежь. Короче, когда подходил, у меня ветки шумели, трещали, а она. Он говорит,
куда-то вот сюда перешла, затаилась. Сейчас попробуем ее колотом отстучать. Так, беркут, буря, давай. Смотрите, смотри, вон там, вот. Смотри, смотри. Так, молодец, молодец, Айка, молодец. Молодец, смотри, смотри. Ой, как встала она. Да ёпта. Давай, буря, смотри. Давай. Давай, давай. Ага, давай, давай. Так. О, блин.